Наш кинопроект «Матрешка» – это вполне осознанная попытка определить границы русской идентичности от традиционной имперскости до советского мифа. Гротеск и ирония – это необходимые вещи, которые создают нужную дистанцию по отношению к этой, в общем, непростой теме и дают возможность не влипнуть в пафос и в излишнюю серьезность. Ну, уж я не говорю о рутине. Для меня проект этот важен вдвойне, потому что это будет первая полноценная экранизация моей прозы, романа, который был написан почти 30 лет назад, в советское время. И в нем шла речь именно о метафизике русского места, вот, о русской метафизике, о некой альтернативной России, которая могла бы быть, если бы не было Октябрьского переворота, но при наличии февральской революции. Ну, то есть это была бы буржуазная республика со всеми вытекающими. Если меня спросят, собственно, зачем, почему именно сейчас нужен фильм о русской идентичности. Мне кажется, что нужен, потому что она до сих пор не определена. И вот трагические события последнего года как раз это одна из мучительных попыток ее определения. Мы готовы, если не жестко сформулировать, что такое русская идентичность, то хотя бы обрисовать ее в общих чертах, используя при этом традицию гротеска, иронии, идущую от Гоголя, собственно, которому это в свое время блестяще удалось в тех же «Мертвых душах». В 21 веке Россия по-прежнему остается литературоцентристской страной, как бы с этим ее образом ничего не случилось. И этот фильм – это попытка выделить вот литературность нашей жизни в чистом виде, в кинематографическом образе.